отпуск еще целая неделя. Ну как? Сколько же ты отдала? Все! Денис меня убьет. Тебя убьет завхоз, если не уберешь ноги с факса. Ты очень хорошо написала. Замечательный текст. Если существует в мире хоть одна метафора, способная всеобъемлюще передать слово «любовь», то это оно – море. Ну, я выхожу. Я на пляже. Море, шум воды. Подойдет. Почему же я завтра на работу пойду? Хорошо вам. Линда вон тоже на море едет. Линда, это твоя подружка, с которой мы у тебя на дне рождения общались? Приятная барышня, хотя и красивая. Замуж выходит. Здорово. Ну, все, я бегу. А то меня Денечка будет ждать. У меня всего 2 часа, чтобы накраситься. Пока. Пока. Меня убьет. Ты сумасшедший в своем репертуаре. Ты же меня любишь за это? Любишь. Представляешь, я сломала каблук на босоножке. Так тебе торопилась. Но я же совсем почти не опоздала. На 20 минут, Маша. Дэн, у меня сегодня первый день отпуска. Я не могу поверить. Я не верю. Наконец-то! Да тише. Знаешь, как я хочу на море? Если закрыть глаза, то такое ощущение, как будто мы уже там. Маша, у меня не очень хорошие новости. Мы никуда не едем. Как не едем? Мне не перевели деньги. Я всегда говорил, в нашей стране проще заработать деньги, чем получить. Говорил. Но ты говорил, что на этот раз точно. Я взяла отпуск. У меня новые босоножки были, но их можно еще починить. И что же теперь? Они обещали перевезти через неделю или через 2. 3, 4, 5! Маша, ну можно поехать на бархатный сезон? У меня отпуск сейчас уже, мне его никто не даст в сентябре. Алло, Море, слушай! Это же мой звонок, он стоял на мой номер. Алло, Море, он прикольный, я его поставил на все номера. Извини. Алло? Да, буду через 15 минут. Ты уходишь. Маша, работа есть работа. Но у меня отпуск! Маруся, только не плачь. Из-за тебя? Никогда.
говорить, он может позвонить. Пожалуйста, пожалуйста, позвони, пожалуйста, пожалуйста. Да не ты! Алло? Привет, это Ира. Ира? Ну я же не могу говорить, я жду звонка. Я все рассказала Линде. Да, у меня пропал отпуск, и да, у меня почти нет денег. Я поэтому и звоню. Линда отдыхает с женихом на своей даче в Крыму и приглашает тебя. Правда? Море. Жених, а зачем ему 3 телевизора? Даже в голову не бери. Там всем места хватит. Бедняжка. Ирина мне все рассказала. Хорошо, что ты приехала. Я не понимаю, как он мог так поступить с тобой. Что тут непонятного? Деньги? Да при чем же здесь деньги? Дело в том, что он пообещал тебе. Он позволил на своем обещании построить тебе свою жизнь. А потом просто передумал и сказал: извини, так получилось. А с другой стороны, тебе просто повезло. Теперь ты точно знаешь, что должна с ним расстаться. Расстаться? Угу. Ты думаешь, я точно должна? Но ведь просто так получилось. Нельзя прощать. Ты простишь 1 раз, потом еще 10 раз. И чего ты добьешься? Ты прирастешь к мужчине, который совершенно тебе не подходит и постоянно совершает поступки, причиняющие тебе боль. Ну вот, например, ты забеременеешь, а он скажет: извини, дорогая, я не могу на тебе жениться. Или вы поженитесь, а он скажет: прости, дорогая, так вышло, но я люблю другую. Ты права. Мужчина должен подходить женщине как ключ к замку. Это называется абсолютная любовь. Абсолютная? Угу. А у тебя такая? Здрасте. Это она? Линда, я тебе алычи нарвал. На. Саш, ну она же не мытая. Ладно, я сам съем. Познакомься, это Маша. Здрасте, Маша. Я Саша. Она будет с нами отдыхать. Да? Угу. Класс. Дорогой, ты не очень-то вежлив. Маша, между прочим, работает на телевидении. Да? Угу. Фабрика грез. Я телевизор не смотрю. А вы где работаете? Я? Я, девушка, работаю в большой-большой секретной службе. Милый, отнеси, пожалуйста, Машины чемоданы в комнату для гостей. Конечно. Фрукты кушайте. Где вы с ним познакомились? Он отбил меня у хулиганов. Бедные хулиганы. Им конец. Почему со мной так всегда? Господи. Саш, ну что ты стоишь? Помоги ей. Сейчас, я просто только что помогал тебе. Настоящий мужчина – это тот, который, как джентльмен, относится даже к кухарке. Да? Я уже кухарка. Маша, видишь, вон там скала уходит в море. Это на. Скала любви. На ней когда-то стояла богиня любви. Там? Как утверждает древняя легенда, да, там. Те, кто увидит богиню, либо будут счастливы всю жизнь, либо погибнут от любви. Нормально. Вы стойте здесь, я туда. Куда? Ой.
не прыгнет. Ух ты! Нормально. Ты видела? Чего сидишь? Иди спасай ее. А? Саша, быстрее! Ненормальная. Давай, цепляйся за меня. Я видела ее. Кого? Видела. Чего? Тебя Линда подослала. Нет. Куда? Подожди, так ты что, ты не тонешь, что ли? Нормально, она не тонет. Зачем ты сделала это? Слушай, ну ты даешь. Не каждый мужик бы решился сигануть оттуда. Там же скалы подводные. Ты чудом не разбилась. Фу, ты герой. Не герой, а глупая, импульсивная девчонка. Ты не представляешь себе, как мы перепугались. Вот что бы мы делали, если бы ты не выплыла? Ой. Что бы я сказала твоей маме? Ты о ней подумала? Ты чуть не погибла, и все из-за того, что море тебе ударило в голову. Слушай, ты не ободралась нигде? Скажи. Я ее видела. Кого? Я видела богиню. А. Я видела ее, правда. Красота! Доброе утро! Доброе! Ну что, приснился жених? Какой жених? Ну как, усни на новом месте, приснись жених невесте. Нет, но зато мне приснилась она. Я правда ее видела. Богиня. Давайте завтракать. Давайте. Саша, застегнись, пожалуйста. Да. А я что-то не голодная. Никогда не завтракаю. Почему? Не успеваю. Маша, ты безалаберно питаешься. Слушай, а какая она, богиня? А тебе интересно? Конечно. У нее раскосые глаза. И такие широкие губы. Знаешь, как у скифской бабы. Такие? Друзья мои, мне не хочется вас разочаровывать, но боюсь, это просто легенда. Я специально это выясняла из любопытства. Ничего такого здесь быть не могло. Ну почему? Ну скифы же здесь были. Значит, и бабы у них были. Куда скифы без баб? Слушай, а давайте попробуем еще раз нырнуть и посмотреть. Может, увидим ее, правда? Ты что, мне веришь? Конечно. Почему нет? Ну хорошо. Только если вы оба обещаете мне не прыгать со скалы. Конечно. Слушай, а пойдем прямо сейчас, моя красавица. Богиня моя, пойдем, мне не терпится, правда, а? Ой. Мне кажется, они отстают. Сколько на твоих? 9 без 5. Самое время. Сейчас позавтракаем и пойдем. Ну что? Не-а. Ничего не видно, глубина огромная, дна не видать вообще. И вот так вот только скалы торчат. Линда права, действительно опасно, могла убиться.
Откуда у тебя такие часы? Я такие видела. Не, это вряд ли. Эти часы мне от деда достались, они довоенные еще, немецкие. Слушай, ты извини, что я тебе руки не подал. Я, знаешь, во всех этих правилах приличия не очень. Да ладно, правила приличия. Они придуманы для того, чтобы максимально облегчить жизнь окружающих, тем самым испоганив и тебе. А потом, знаешь, это может быть единственное наше отличие от животных, но никем не доказано, что это отличие в лучшую сторону. Ну, ты сказанула. Да. Сама придумала? Я умна. Линда хорошая. Да. Она мне, кстати, рассказала эту историю твою. Ну, про того кекса. А ты его действительно любила? Поплыли к Линде, а то она полчаса уже там одна сидит, наверное, скучает. Нет, Линда не скучает. Она никогда не скучает. Линда говорит, что... Если человеку скучно с самим собой, то это диагноз. Я, кстати, согласен. Я бы хотела быть на нее похожей. Ну, это вряд ли. У тебя не получится. Я вчера, когда увидел, как ты со скалы сиганула, сразу понял, что ты... Это комплимент? Извини. Я же говорю, правила приличия... Ладно, договорились, что правила приличия – это ерунда. Да ну к черту, поплыли, ладно. Потом еще поныряем. Ты что, мне веришь, что ли? Конечно, конечно. Я же тоже. Смотрите, что я нашел. Ракушки. Держи. Маш, ракушка. Мой дедушка с Кавказа привез ее домой. Ее приложишь к уху, а в ней шумит прибой. На самом деле это миф. Прикладывая раковину к уху, мы слышим шум собственной крови. Серьезно? А я всегда думала... Ну, а разве не прекрасно, что шум крови похож на шум моря? Море крови. Алло? Алло, море слушает? Слушайте, ведь точно! Когда-то же все, весь земной шар покрывала вода. И наши прапрапредки точно вышли из воды. Значит, наша кровь может быть похожа на море. Она такая же соленая. А потом, чем еще объяснить, что мы генетически в него влюблены? Ведь оно даже не кормит нас, его водой даже невозможно напиться. А потом, это же общеизвестный факт, что новорожденные младенцы, которые ни ходить, ни сидеть не умеют, они уже умеют плавать. Значит, мы все родились в воде. Я в шоке. Маша редактор. Она пишет тексты для телеведущих. Маш, пойдем мидии наловим. Я с Линдой посижу. Зачем? Я тоже хочу мидии. Ну вот. Маша, редактор, Линда хочет мидий. Пошли. Пошли. Тихо, не шевелись. Могу. Сейчас, смотри, сейчас он выползет. Вон. Где? Гравик, Линда, Гравик, живой, представляешь? Ой! Он уже не живой, у него уже инфаркт. Бежал. Ух ты, креветка. Где? Вот, смотри. Где? Вот. Маша, сядь Саше на плечи. О, на плечи? Оп.
Саша, обними Машу. Линда, ну зачем ты поедешь одна в город? Саша, ну как ты можешь отпускать невесту одну? А что такое? Мало ли что. Не беспокойтесь. Ну, мне просто нужно побыть одной. Ничего страшного, я скоро вернусь. Отлично, а мы пока сплаваем к скале. Нет, я никуда не пойду. Почему? Я буду ждать Линду. Ой, ну что и ждать-то, господи. Фух, Линде нужен цивилизованный отдых, да? Ей нужен пляж, песочек, шезлонги, зонтики, да, дорогая? Да, дорогая. Она нам из вежливости не говорит. Из вежливости. Линда, я поеду с тобой. Маш, да что ты как маленькая, честное слово. Все нормально, я действительно, Саша совершенно прав. Я не люблю всю эту дикую природу. Я приехала сюда только из-за него. Я же знала, что ему здесь понравится. Так, все. Я поехала, а вы тут развлекайтесь. До вечера, пока. Пока. Я все равно никуда не пойду. Пойдешь. Я устала. Я хочу отдохнуть. А как же богиня? Нет никакой богини. Как? Ну ты же заговорила. Линда сказала, что это легенда. А? Фу. Богиня любви Изиды, богиня любви Маша, Венера. Маша. Саша, я сплю! Не время спать, товарищ! Стояло каменное изваяние богини любви. Кто не испугается и прыгнет со скалы, либо разобьется насмерть, либо будет вечно любим. Вечно любим. Только этого мне не хватало. Это я. Так ты нырять не пойдешь? Нет! Маша, там рыбы собрались. Саша, тебя спрашивают. Оставь меня в покое! Понял. Погружение. Алло, привет. Ну как вы там отдыхаете? Алло, Ир, ты меня слышишь? Нет, сама с собой разговариваю. Да, Денис твой к тебе на работу звонил. Денис? Скажи, ты Линду давно знаешь? Какая она? Ну, нормальная барышня. Родители у нее богатые. Ну... А они с Шуриком не очень давно вместе? Нет, недавно. До этого она встречалась с каким-то миллионером. Вот. Ну, Линда не из тех, кто выходит замуж из-за статуса. Да и вообще у нее есть теория абсолютной любви. Да, теория. Слушай, что у вас там происходит? Мне кажется, Саша ко мне пристает. К тебе? Ну, я понимаю, что... Не во мне дело. Сработал тупой кобелиный инстинкт, появилась новая баба, значит, должна быть моей. Но я не знаю, что мне теперь делать. Сказать Линде, а как я... Об этом сказать. Ухаживание за тобой именно... Тебе бабы не прощают. А потом сказать, я, значит, собрать чемоданы свои. Ненавижу его, ненавижу. Я... Вот так сходу испортить мне отпуск. А Линда что? Знаешь, я не уверена, что она ничего не замечает. Она просто интеллигентная. Она замечательная. Так, слушай меня. Это я позвонила Линде, и я просила ее за тебя. И если ты отобьешь у нее жениха... Да нужен мне ее жених! Я приехала отдыхать, и что, мне вот так через 2 дня собирать чемоданы? Я тебя никогда не прощу. Вот тебе абсолютная любовь. Бедная Линда. Бедная я! И что же мне теперь делать? Ловись, рыбка большая и маленькая. Смотри, сколько поймал. Молодец, настоящий добытчик. Надеюсь, Линда очень обрадуется. Кстати, что-то твоя невеста задерживается, я бы на твоем месте уже начала ревновать. Ого. А куда это ты собралась? В город. Одна? С какой стати? С какой стати ты задаешь мне такие вопросы? Это моя личная жизнь! Да
какая у тебя здесь, к черту, личная жизнь? Пока никакой. Но я не хочу Линде портить предсвадебный отпуск ее же добротой. Вы же наверняка хотели вечером поужинать вместе. А ты знаешь, ты чем-то на нее сейчас похожа. Ты видишь, что ты говорил, у меня не получится? Получилось. Линда, а Маша в город собирается. Ну вот и отлично. Я как раз собиралась предложить вам то же самое. Машина заедет за нами через час. Я надеюсь, ты не против нашей компании? А? Ой, а я все-таки городской житель испорченной цивилизации. Ну не могу я жить без мусора, асфальта, выхлопных газов. У меня здесь кислородное отравление просто какое-то. Представляешь, я в городе увидела урну, так я обрадовалась ей, как родной. Мне кажется, если бы я оказалась на необитаемом острове, то я не продержалась бы там и дня. Я бы тебя спас раньше. За это я тебя и люблю. Ну как вы тут? У вас все хорошо? Не скучали? А? Все хорошо. Линда, а что, по-твоему, абсолютная любовь? Абсолютная любовь – это любовь без всяких «но», без обид, измен и предательства. А флирт считается? Ну, ты понимаешь, если твой парень считает, что у другой девушки красивые ноги, это ничего не значит. Это значит, что он нормальный парень, без отклонений. Но другой вопрос. Способен ли он сказать себе «нет»? Я тоже так думаю. Если способен сказать «нет», значит, остальное не важно. Знаешь, до Саши у меня были отношения с одним. Но он оказался слабаком. У него не было элементарной силы воли. И вы из-за этого расстались? Нет. Он изменил меня с моей лучшей подругой. О, Боже. Да, так банально. Но ты знаешь, банальная боль ничуть не лучше оригинальной. Тогда мне банально казалось, что я этого не переживу. Теперь у меня есть Саша. Слушай, давай я не буду одевать твое платье. Я еще пролью на него что-нибудь. Я такая, у меня каблуки ломаются, колготки рвутся. Оно еще дорогое, небось. Нет, нет, нет. Ну что ты, возьми, возьми, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты веселилась, отвлекалась, развлекалась. И не думала ни о чем. Ну смотри, какая ты красавица. Ну разве можно в тебя не влюбиться? Я для этого тебя и позвала сюда. Я ведь знаю, как это больно, когда тебя бросают. Ну, пора? Я сейчас переоденусь. Мы тебя ждем. Угу. Что, пора? Домой? Нет, еще слишком рано. А сколько на твоих? Мои все-таки отстают. Взялся. Я приехал за тобой. А как
Как ты узнал, что я тут? Барышня у тебя на работе, я не помню, как зовут. А, Ира тебе сказала. Почему же ты не приехал прямо ко мне? Она не знала, где у вас дача, а телефон твой, Машенька, временно недоступен. И ты вот так наобум поехал меня искать? А город такой огромный. Нет, Маша, все гораздо проще. Я знал, где тебе нужно искать. Да, танцы у моря — это мечта всей моей не сложившейся жизни. Маша, я виноват перед тобой. Как ее звали? Я не знаю, что на нее нашло. Блондинка, брюнетка, красивая. Маша, я должен признаться тебе. Ой, нет никаких признаний. Идем танцевать. Может, мартини? Идем танцевать. Маша, ну ты знаешь, я не люблю. Пойдем, потанцуем. Нет, я так устала сегодня. Находилась. А чем мы вообще сюда пришли? Значит, деньги перевели, и ты решил поехать в отпуск с другой. Маша, я должен тебе признаться. Никаких признаний. Чего ты не знаешь, как будто и не существует. Ведь так? Ничего же не было? Ничего не было. А у тебя с ним что-то было? Почему ты все время смотришь туда? Ничего. Ты меня бросила, я поехала в отпуск с друзьями Ирины. Здорово, что ты приехала. А где ты живешь? В гостинице. Я завтра к тебе перееду. Не будет меня, не будет проблем. Проблемы? А ты переедешь ко мне, значит, ты меня простила? Я подумаю. Маша, ну почему ты все время туда смотришь? А почему он смотрит на тебя? На меня все смотрят. У тебя слишком открытое платье. Тебе не нравится? Маша, ты в этом платье невыносимо красивая. Маша, я хочу тебя. Абсолютную любовь. Паша, выходи за меня замуж. Рука. Старик, вставай. Ты как, живой? Нос не сломал? Больно. Ну, смотри, еще раз тронешь ее, убью. Да иди ты. Машенька, ты в своем репертуаре. Это все из-за тебя. Срочно нужно в больницу. Ничего, сейчас пройдет. Да не тебя! Ау! На, спасибо. Ой. Ничего, жить будет. Можете его забрать. Завтра. Завтра? Что я ему буду врать завтра? Как я ему это объясню? Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Ну, я нечаянно, я же не... И потом этот крендель так тебя тискал. Он меня тискал, а не тебя. Если он меня тискал, значит, мне это нравилось, потому что он мой парень. Мой парень! Линда, скажи ему! Саша просто пытался тебя защитить. Мы же не знали, что это твой парень. Я сама не знала. Он приехал неожиданно. Да, очень неожиданно. Но я думаю, мы... как-то уладим это недоразумение. И я сейчас пойду к нему. Я все ему объясню, я извинюсь перед ним. Правда? Ой, спасибо тебе большое, ты такая хорошая. Не волнуйся, все будет хорошо. Но я больше не буду. Сгинь. О, девушка! Моя любовь. Маша! Ой, молодой человек, слушай, помоги артистам, а? Ребят, ну, давайте, вы пробьетесь, я вас спасибо. Верю. Спасибо. Пока. Маш. Что ты от меня хочешь? Идут ко дну. Маша, он же тебя бросил. Зачем он приехал? Он приехал за мной!
Он сделал мне предложение. Господи, в какой-то веке кто-то сделал мне предложение. Какой-то идиот избил моего жениха. Нам было так хорошо. Знаешь, нам было хорошо еще до того, как он приехал. Слушай, ты не охамел, кому нам? Ты забыл, что у тебя невеста есть. Маш, я не понимаю, что со мной происходит. Правда, не понимаю. Со мной никогда такого не было. Я с ума схожу, правда. Послушай, во-первых, ты не в моем вкусе. А во-вторых, даже если бы я влюбилась в тебя по уши, я бы никогда не сделала плохо человеку, который столько добра мне сделал. А тебе просто море в голову ударило. Ты просто блажь. На самом деле, ты любишь Линду. Ведь любишь же. Угу. Конечно. Линда прекрасная, замечательная, великолепная, потрясающая. Я таких никогда раньше не встречал. Она эксклюзив, она раритет, она... Я ее боготворю. Я преклоняюсь перед ней. Линда идеальная женщина. Да, идеальная. Да, идеальная. Только я не идеальный. Я нормальный, живой человек. А я каждый раз, когда она на меня смотрит, я чувствую, что она сравнивает меня с каким-то там своим идеалом, которому я никогда не соответствовал. Никогда. Может быть, один раз, когда я у хулиганов отбивал, и то это случайность была. Послушай, жаловаться на свою невесту и ее подруги – это пошло. Я рядом с ней чувствую. Чувствую только, что я какой-то, ну, не такой. Ну, неправильно. Плохой. Плохой. И все. И ничего больше не чувствую. Ничего. Вообще. Не знаю, может, ты права, может быть, мне правда море в голову ударило, я запутался. Она другая, да, она другая, она не такая, как мы. Послушай, я тоже другая. И если тебе показалось, что я вот какая-то такая, то я не такая. Господи, как же я тебя ненавижу. Ты не просто мне вечер испортил, мне жизнь испортил. Теперь Денис будет думать, на что ты есть. Линда уже наверняка думает, на что ты есть. Если еще Ира что-то такое подумает, на работу мне лучше не появляться. Господи, какой же ты идиот! Слушай, а мы с тобой чем-то похожи? Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Пьяный какой-то. Двое пьяных. Тонут. Посмотреть, я что ли? Все, до свидания. Большое спасибо, Шеска. Пойдем. Слушай, ты его руками? У меня остались только кроссовки. Я не женщина, я ходячая катастрофа. Ты замерзла? Да! Я же говорила. Саш, ты герой. Маш, ты тоже герой. Надо же, точно идут. Ты не должна обижаться на Сашу. Ты же знаешь, какой он порывистый. Просто он подумал, что это совершенно посторонний мужчина, ведет себя неподобающе. Представь себе, если бы это был незнакомый парень. Ну да. Вот он и встал на твою защиту. Ага. У него инстинкт спасателя, как у собаки-водолаза. Между прочим, он вчера спас человека. Мы с Машей спасли двух. А вы чем-то похожи. Наверное, поэтому подружились. Ты для Саши стала, как его младшая сестра. Я так все объяснила Денису. Он сегодня приедет, и Саша попросит у него прощения, да. Угу, конечно. Я извинюсь. Я чай принесу. Слушай, по поводу этого чудика, извини, я же не знал, что он твой знакомый. По поводу разговора нашего вчерашнего.
Ну, в общем, так. Я Линду люблю. И я с тобой говорил вчера. Ты мне нравишься. Ну, в смысле, как друг. Я с тобой говорил, как с другом. Что, я что-то не то сказал? Ничего. Линда тоже так думает. Ничего же не было. Ничего не было? Мир, дружба, жвачка. Тем более, что я сегодня, наверное, переезжаю к Денису. Я понимаю, ты сердишься на нас. Нет, 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 не в этом дело. Просто Денис сделал мне предложение. И ты приняла его? Не знаю. Не знаешь и переезжаешь к нему? Можно к тебе? Конечно. Я хочу посоветоваться. Я не должна выходить с Дениса. Ты это хотела сказать? Хотела. Но я не вправе давать тебе совет. Нет, мне просто интересно. То есть, если я не знаю, простила ли я его, то я не должна переезжать к нему. Но это было бы последовательно. Но он же извинился. Сказал, так получилось? Примерно так и сказал. Завтра он скажет то же самое, да? Многие люди кажутся нам милыми и хорошими только потому, что у них нет искушения нас предавать. Но как только они встают перед выбором, мы видим их настоящими. Денис уже один раз выбрал. Не тебя. Но он передумал! Ну а кто помешает ему с такой же легкостью передумать еще раз? Ты можешь с уверенностью сказать, он не бросит меня за миллион? За миллион я сама себя брошу. А вот Саша не бросил меня даже за миллион. Я не говорила тебе, мой отец, он против нашего брака. И он предложил ему деньги. Это, конечно, было очень некрасиво с его стороны, но я даже благодарна ему. Приятно осознавать, что тебя не продадут ни за какие деньги, даже за миллион. И вот Саша способен сказать себе «нет». Да, он способен. Жалко, у меня нет такого папы. А хочешь, я предложу Денису деньги? Я, правда, не знаю, как мне оправдать такой странный поступок. Но я могу просто сказать ему правду. Я положу ему деньги на стол и скажу, вот, мол, хочу тебя проверить. Способен ли ты отказаться от брака? Нет, ну на брак у меня денег не хватит. От отпуска с Машей. А отпуск – это сколько в деньгах? Слушай, если он согласится и возьмет твои деньги. Это не самое страшное. Что же может быть страшнее? Просто спроси у него, взял ли он деньги. Взял? Взял. Я не верю. О, Господи, ну взял, взял. Ну что, повесить меня теперь? Эти деньги нам с тобой нужны были, тебе и мне. За сколько же ты меня продал? Да никто тебя не продавал. Побултыхалась она в море, делов. Сколько? Миллион? Полмиллиона? 100 тысяч? 3 тысячи она мне дала. 3 тысячи, Боже. Добрый вечер. Саш, ты уже извинялся перед ним? Уважаемый Денис, позвольте принести вам свои извинения. Был неправ, был не в курсе, вспылил, потому и врезал вам. Ты был прав и правильно врезал, и жалко, что мало. Не понял. Мне продолжать извиняться или нет? Маша. Подлец. Кто подлец? Он подлец. Ты подлец. Так, что теперь делать? Убить его мало. Это не проблема, а за что? Маша, я тебе все объясню. Эти деньги нам нужны были на свадьбу, тебе и мне. Продать невесту, чтобы сыграть с ней свадьбу? Убей его. Хорошо, ты труп. Только не бей! Хорошо, бить или не бить? Пусть убирается. Извини, ты уходишь. Маша, я все объясню.
Ну неужели вы спелись? Неужели ты такая, как эта сучка богатая? Чего? На! Саша, не бей ему, успокойся. Это я во всем виновата. Блин, опять руку выбил. Слушайте, девочки, вы разберитесь тут, что к чему. Давай, старик, вставай. Вставай. Пойдем, крану умоемся. Да что ж такое, а? Маша, приходи завтра на набережную в 6 часов. Только одна приходи. Он даже не предложил вернуть тебе деньги. Маш, прости меня. Я не должна была. Я зря предложила. Нет, ты права. И отец твой прав. В наше время мужская сила измеряется количеством денег. Тебе с Сашей очень повезло. А я минус 3000. Я верну тебе. Пойдем, поныряем. Может, богиню твою найдем. Ныряй, не ныряй, там глубина 20 метров. Вот если бы еще раз со скалы. Даже не думай об этом. Если бы снаряжение какое-нибудь найти, там, маску, ласты. Слушай, Линда, а здесь есть магазин какой-нибудь? В городе. Точно, свози Машу в город. Заодно зайдете там в музей. Может, вам что-нибудь расскажут про вашу богиню. Поедем? Поедем. Мы с вами познакомились с совершенно замечательной историей о нашем Крыме, удивительном Крыме. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Простите, пожалуйста, нужно вопрос? Да, пожалуйста. Вот смотрите. Мы живем в Балаклаве, у нас там дача. Это удивительное место. Угу. Совершенно замечательное. Да, согласен. Ну, там дача не у меня, там дача у моей невесты. Я поздравляю вас. А нет, это не ее дача. Ну, то есть это не она. Ну... В общем, нам рассказали легенду, что когда-то на этой скале стояла... Богиня любви. Угу. Огромная античная статуя. Когда-то, давным-давно, в античные времена, люди приходили к богине, мужчины, чтобы вернуть мужскую силу, женщины, чтобы вылечить бесплодие, чтобы снять заговор на любовь. И кто, не испугавшись, прыгал со скалы, тот либо разбивался насмерть, либо жил в любви и счастье. Так это правда? Мы в Крыму, а здесь что не скала, то легенда. Люди говорят о том, что богиню можно увидеть во время грозы. И лучше это сделать вдвоем. То что? Да, собственно, ничего. Все как обычно. Будут жить вместе долго, счастливо. Всего вам доброго. Что ты смотришь на меня? Я на тебя смотрю. Слушай, а зачем мы вообще сюда пришли, а? А, стоп. 6 часов. Приходи на набережную, только одна приходи. Ты специально сюда пришла? Да, специально. Только Линде не говори. Только поговорю с ней, потом буду сразу такая же правильная, как она. Я буду правильно питаться, правильно пережевывать пищу, я буду вести правильный образ жизни. Не только. Не только.
пришел. Ты его любишь? Но не абсолютной любовью. Только есть она вообще, эта абсолютная любовь. Почему, как только начинаешь задавать вопросы, оказывается, никакой любви нет? Так может, к черту вопросы, не надо их задавать. А если задавать? Блин, что я за человек такой? Я просто хотела поехать к морю. Просто поехать к морю. Не прошло 3 дня, я угробила босоножки, чуть сама не угробилась. Потеряла парня, задолжала из-за этого Линде 3000. Испортила ей платье, чуть ей жизнь не испортила. Как я злюсь на нее. Она нянчится со мной, я на нее злюсь, потому что она очень хорошая. А я не такая, потому что она всегда права, а я никогда не права. Да, я злая, я животное. Нет, ты не животное, вот животное. Эх, иди сюда, ну-ка, смотри какой. От самой площади за нами идет. Он думает, что мы его не бросим, что мы его с собой возьмем. Он маленький, он пропадет без нас. А мы его бросим, потому что у нас не хватит сил взять его с собой. Или духу у нас не хватит, как это говорят, я не знаю. Сил у нас не хватит, Маш, или духу Маш, не хватит. Маш, дух у нас, наверное, Маш, не хватит, это лучше подходит. Маш, спокойно, у тебя истерика. Нет у меня истерики. Потому что невозможно взять всех бездомных собак. Это физически невозможно. Но это нас не оправдывает. Давай я его возьму. Что ты будешь с ним делать? Жить. Кормить. Воспитывать. Хороший тоже. Ну, так. Ничего. Ты хороший. Самый лучший. Щенка не забудь. А вот еще. 3 блондинки обсуждают своих дочерей. Одна говорит: ты знаешь, я у своей нашла сигареты. По-моему, моя курит. Другая говорит: а я нашла пиво. Тогда она пиво пьет. А третья говорит: вы знаете, а я у своей нашла презерватив. По-моему, она мужчина. А этот, вы знаете, муж говорит жене: ты не поздно владеешь. Нет. И почему же тогда я на тебе женился? Муж сидит у телевизора, уставился на мой ответ. Жена подошла сзади и говорит: вот, вот эти занавесочки, я хочу к себе на кухню. Пожалуйста, что-то у меня голова закружилась. Выпусти меня, пожалуйста, скорее. Я не ревную. Разве я ревную? Я просто завидую. Завидовать это нормально, белой завистью. Вообще это просто неприлично. Сидеть и слушать, когда в соседней комнате кто-то...
А если я не слышала этого ничего раньше, значит... Что тебе? Ничего. Что-то вы быстро. Линда сказала, что плохо себя чувствует, что устала. Ничего не получилось. У нас ничего не получилось. Врешь. Не вру. Не вру, я не могу, когда ничего нельзя. Я чувствую себя как в музее. Раньше же получалось. Не получалось. Никогда не получалось. Я понимал, что она другая, что она не такая, как все. Я понимал, что надо аккуратно, постепенно. Я не хочу больше услышать подробности вашей интимной жизни. Я не хочу! Врешь! Хочешь. Сегодня в машине ты вел себя как последний мерзавец. Да, и тебе это понравилось. Значит, я такая же мерзавка, как и ты. Да! Я уеду, я говорю тебе, я не люблю тебя. Я уеду, сейчас соберу свои вещи и уеду отсюда. Куда? Врешь, ты бежишь. Куда? Не бойся. Здесь всегда так. Это всегда все внезапно. Ты видел? Ты видел? Мне показалось, что это она, Миша, это Ванина. Я тебя вижу, видел? тебя. Ванина, видел? Тебя я вижу. Случилось, ты изменил ей. Что? Я во всем виновата. Подожди, стой, подожди, я ей все объясню. Что, боже ты мой, ты ей объяснишь? Я не знаю, объясню ей, что мы любим друг друга. Это не так, ты же сам знаешь, что это не так. Нет, это так, не любовь. Подожди, так, это любовь, настоящая. Это настоящее свинство. Не смей ничего ей говорить, слышишь, ничего не смей ей говорить. Я сегодня же уеду. Нет, Маша, нет, поздно, поезд ушел. Я переночую на вокзале. Маша, нет! Нет! Заметил, пожалуйста. Достаточно того, что я сама знаю, кто я такая. Ненавижу себя за это. Что ты думаешь, тебе надо сказать? Слишком просто, да? Слишком просто молча сбежать и очень подло. Сказать или не сказать? И как это сказать? Как это сказать? Как это сказать? Линда. Я по поводу абсолютной любви. Ты же считаешь, что любовь должна быть абсолютной, и другой любви ты не признаешь. Ты предложила мне проверить Дениса. Ой, я так укоряю себя за это. Ты, наверное, теперь меня ненавидишь. Нет, я не ненавижу. Я считаю, что это правильно. Правильно. Ты уберегла меня от ошибки. Нельзя выходить замуж за человека, который... Ведь так? Так. Линда, я хочу сказать тебе... Маш, не говори, пожалуйста, сейчас ничего. У меня голова раскалывается, слова как гвоздики. Давай завтра поговорим, хорошо? Конечно. Температуры вроде нет. Линда заболела. Ой, нет, ну что вы, мне просто немножечко не по себе. Посиди со мной. Почему ты такой мокрый? Промок. А что у тебя с рукой? Порезался. Ой, дорогие мои, вам, наверное, сегодня придется ужинать без меня. Я пойду наверх спать, у меня голова раскалывается. Но там в холодильнике есть икра и фрукты, так что с голоду вы не умрете. Я не хочу кушать, я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, еще, Саш, не дуйся, пожалуйста, но... Тебе, наверное, сегодня придется переночевать в комнате у папы, хорошо?
Угу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Маш! Маш, там Линда! Зачем ты пришел? Там Линда... Что ты ей сказал? Что ты ей сказал? Да ты ей что-то сказал? Да не сказал я ей ничего. У нее жар, температура просто. Ее надо в больницу везти. Я такси вызвал. Я еду с вами. Хорошо. Простите меня, пожалуйста. Я не хотела. Столько беспокойств. Ничего, ничего. Сейчас прокатимся в город. Ты же любишь город, правда? Аккуратно. Поехали. Сказали, вроде ничего серьезного. Так, акклиматизация перегрелась. Сволочи. Согласен. Вася, пожалуйста, уходи. Уходи, что? Это уже было. Что случилось? Линда изменил ей свою подругу, и она не переживет этого второй раз. Уходи. Подожди, Маша, что случилось? Уходи, что же мы наделали? Господи, уходи. Тихо, забудем. Вы поженитесь, все будет хорошо. Тихо. Это нехорошо. Это неправильно, это нехорошо. Я не хочу жениться. Спокойно. Это нехорошо. Тебя никто не спрашивает, уходи. Подожди, стой. Я скажу ей всю правду, Маша. Какую правду ты скажешь? Правда в том, что абсолютно любви нет. Если нет, то надо все оставить, как будто все ничего не было. Уходи, Маша. Хорошо. Все. Нет!
Красавчик. Я? Ты. Спасибо за комплимент. Пожалуйста, погадать не хочешь? Да нет, я вообще не верю в это во все. Часы немецкие, довоенные, достались от деда. А вы откуда знаете? Знаю. Ну что, девушка, есть? Или ты так, сирота холостая? Пока холостая. Маша! Маша, ты где? Что случилось? Что-то с Линдой? Ты был у нее? Что случилось? Сейчас. Что с ней? Сейчас. Это ты мне скажи, что случилось. Ты мне скажи, что тут вообще происходит? Зачем ты вообще все это устроила? Саша, миленький, я ничего не понимаю. Хватит врать! Что ты из себя возомнила? Ты думаешь, ты кто? Саша, я ничего не понимаю. В игрушки здесь играешь, с куклами! А я как пацан повелся. Давай, рассказывай мне. Ну что я должна рассказать Молчишь? Тебе? Молчишь? А я все знаю. Хочешь, я тебе расскажу? Что ты знаешь? Слушай, только очень внимательно. А теперь серьезно. Угу. Проблемы у тебя, парень. Приворожили тебя насмерть. Насмерть? Девушка. Черноволосая, симпатичная. Недавно знакомы. Так эта девушка в колдуне сильно ходила. Фотографию твою носила. И та тебе иголкой сердце проколола. Иголкой? Иголкой. Беги от той, кто это сделал, дальше, чем видишь. Иначе он тебе сердце пополам разорвет. Ты ходил к гадалке? Нет. Ну, то есть, да, то есть... Что? Ну, я не знаю, почему я согласился. Я никогда раньше так не делал. Правда. Я хотел узнать, что... Что ты смеешься? Хотел узнать, что у нас дальше будет. Она взяла ладонь мою, вот эту. Стала так пальцем водить, бормотать что-то. Что смешного? Ясно. Что, скажешь, что это неправда? У меня даже нет твоей фотографии. Да? А, ну да. А иголки все эти, сон твой типа вещей, часы мои. Откуда она это все знать могла? Я не знаю. У тебя... Ресницы на глазу. Это что-то значит? Спроси у ворожей. Так, все, давай, иди. Иди к своей ворожее, скажи, чтобы разворожила меня. Насильно меня никто любить не заставит. Заставит. Уже заставили. Ты все слышала? Это я тебя приворожила. Боже. Ты? Да, я. Куда? Зачем? К ней. Ко мне? Ты приворожила Сашу ко мне? Зачем? Хотела проверить, насколько сильна твоя любовь ко мне. Потому что абсолютная любовь ничего не боится. Ничего ей не страшно. А ты сразу сдался. Мы с ведьмой день и точное время определили, когда тебя к Маше потянет. И ты полез на нее точно по часам. Минуту в минуту. Я сверяла. Машка и то сильнее тебя оказалась. Несколько дней продержалась. Правда, еще до того, как я ее тоже... Чего-то я не понимаю. А ничего непонятного нет. Мне просто нужно было знать, как далеко Александра зайдет. А ты... Спасибо тебе за это. Всячески его сдерживала и пресекала. Сторониться начала. Вот мне и пришлось тебя срочно фотографировать и ведьме по электронной почте отсылать. Ты поэтому ездила в город? Угу. Она приворожила меня к Саше. Какая ты ведьма, господи! Зачем? Зачем это все? Это же сумасшествие какое-то! Напротив. Трезвый расчет. Как бы я могла узнать, способен ли Александр сказать себе «нет»? Если нет, ему говорила ты. Ты не должна была так говорить. Ты должна была стать для него искушением. Серьезным искушением. Непреодолимым. Ты поэтому взяла меня с вами? Так вот для чего тебе понадобилось, подруга. Ты что же меня на случку готовила?
Банальная комбинация. Называется собачья свадьба. И ты повел себя как настоящий кобель. Как животное. Ты манипулировала нами. Как кукловод дергал нас за веревочки. Думаешь, мне хотелось, чтобы все так закончилось? Да я до последней минуты ждала, что он выберет меня. Он любил меня. Кто мешал вам сказать себе «нет»? И кто мешал тебе сказать себе «стоп», когда ты прочел на стекле «я жду тебя»? Подожди, а откуда ты это знаешь? Я же стер надпись. Какую надпись? Которую ты написала. Я ничего не писала. Это написала я. Это все уже было. Мы даже не первые. В прошлый раз она поступила со своим женихом точно так же. Специально пригласила на дачу, специально позвала подругу, пошла к ведьме. В тот раз ведьме не понадобилось. Они сами. У меня за спиной. Это было больно. Но ты... Ты казался мне таким сильным, таким настоящим. Ты не смотрел на моих подруг. Тебе была нужна только я. Я верила. Так какого рожна тебе еще надо было? А я не хочу верить. Я хочу быть уверенной. Он должен был выдержать это. Он же выдержал, когда я попросила отца предложить ему деньги. Нет. Ты попросила... Стоп. Деньги. Денис сделал мне предложение. Это портило твои планы. Я хотела к нему переехать. Ты дала ему денег, чтобы он уехал? Не совсем так. Точнее, совсем не так. Я дала ему денег, чтобы он не приезжал. Чтобы он отказался от отпуска с тобой. Алло? Ты сказал ей? Можешь забрать свои деньги. Да, буду через 15 минут. Я не верю. Этого не может быть. Это слишком. Не буду врать, что специально, случайно я оказала тебе большую услугу. Он оказался типичный слабак. И завтра, и послезавтра он продавал бы тебе по той же цене. Неправда! Неправда? Скажи, а кто мешал твоему парню не брать у меня деньги? Гордо швырнуть мне их в лицо. Но он же раскаялся, он приехал за мной. Он же вернул тебе деньги. Пытался, но сделанного не воротишь. Не надо. Я ей все сказала, она не хочет тебя видеть. Но я сам хотел признаться Маше, я для этого приехал. Какая разница, кто озвучит признание? Результат от этого не изменишь. Такое нельзя прощать. Но я хочу все исправить. Пожалуйста, пойди скажи ей правду. Посмотрим, что она тебе ответит. Просто спроси у него, взял ли он деньги. Взял? Взял. Почему же он не пришел? Потому что я позвонила и сказала правду. Позвонила когда? Как только сплавила вас в музей. Какую же правду ты ему сказала? Ты спишь с моим женихом. Это вранье. Да, ты не спишь с ним? Но тогда еще это не было правдой. Но ты переспала с ним тот же вечер. Потом я всегда знала, что ты животное женского пола и руководствуешься отнюдь не головой. Хватит. Пожалуйста, хватит. Ты со своей абсолютной любовью совсем людей за кроликов держишь, эксперименты на них ставишь. А вы и есть кролики. Все ваше счастье скакать, жрать да трахаться. Ну ладно, эксперимент окончен. Прощайте, я уезжаю. Вы друг друга стоите.
Нельзя заходить в спальню к Богу, даже если его там нет. Нельзя заходить в спальню к Богу, за дверью большой секрет. Но мы потихоньку шпионим за ним, мы это его веселит. Ночь нежна, шестикрыл серафим, и звезда звезде говорит, это судьба. Прости, я тебе уже все сказала. Линда исчезла из моей жизни. Ошибаешься, дорогая. Она останется в ней навсегда. Это судьба. Сюда погреться у млечных звезд. Тут из крана течет святая вода, и микробы в ней держат кость. Но даже если звезды зажглись и стучит копытом Пегас, дороги, которые мы выбираем, не всегда выбирают нас. Это судьба. Маша. Самое страшное, что Линда права. Ничего у нас не выйдет. И все хорошо, и мы не бесимся с жиру, из избы не выносим ссора. И сроки годности этого мира истекают еще скоро. И время идет, небо тушит луну, пепельнице мостовой. И радио точка ловит волну от радио за пятой. Это судьба. Усни на новом месте, приснись жених невесте. С какой стати ты задаешь мне такие вопросы? Это моя личная жизнь! Да какая у тебя здесь к черту личная жизнь? Мы с тобой чем-то похожи. Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Так, все, давай, иди. Иди к своей ворожей, скажи, что разворожил меня. Насильно меня никто любить не заставит. Вы Ивана Карамазова? Ведьма? Ведьма, ведьма. А ты-то кто такая? Испуганная, зашуганная. Зачем пришла? Меня не узнаете? Ах, да-да. А сюда-то зачем явилась? Понимаете, такое дело. Я сяду. Вы то ли сильно меня заколдовали, я до сих пор люблю его, то ли вы меня чересчур расколдовали, я вообще никого видеть не могу. Мне про любовь даже думать противно. Я была нормальная, живая девчонка, а теперь внутри как будто все вычистили. Пустота такая, и каждую ночь снится. Можешь не продолжать. Море, развивающиеся занавески в спальне, любовь.
И парень твой. Только не мой, Линда. Да нет же, не Линда, а твой. Заявилась ко мне эта красавица с бледным именем. Принесла фотографии своего жениха. И просит. Приворожи его к моей подруге. Я чуть с кресла не свалилась. Ну, хорошо, думаю. Я ведь тоже девушка не дешевая. Я знаю, знаю, я месяц копила. Да успокойся ты, не об этом я. Я твоей знакомой такую цену за ворожбу заломила. Думала, она откажется от своих планов. Ну, не тут-то было. А через неделю она из Севастополя позвонила и говорит. Плачу еще 500. Только теперь приворожи ты и мою подругу к жениху. Во как. А еще через неделю она сюда прискакала. Злая такая, бледная. Вот тебе деньги. И немедленно расколдуй их, слышишь? И так расколдуй их, чтобы они друг друга на дух не переносили. И вы постарались? Я теперь видеть никого не могу. Вы мне жизнь испортили. Да успокойся ты, не кипятись. Сейчас я открою тебе свою самую большую волшебную тайну. Ой. Не умела я никогда гадать. Так что, дорогие мои, никто вас не завораживал. И, соответственно, никто не отворачивал друг от друга. Что-то здесь не так. Я ведь в него долго не влюблялась. Целых 2 дня. А потом нас как будто отбросил друг от дружки. Выходит, не было никакого колдовства. Конечно, было. Море, солнце. А любовь — это вообще штука такая, колдовская. А на самом деле, в глубине души ты же любила его. И сейчас любишь. Поэтому и не можешь смотреть ни на кого другого. Что же мне делать? Ничего. Почему? Да потому что Шурик твой приходил уже ко мне. Я все ему рассказала. Боже мой, как он мучился, как он локти себе кусал. Ой, что же теперь делать? Маша сменила работу. Где же я ее теперь найду? Почувствовать сердцем и примчиться. А если не почувствует? А мы ему сейчас по телефону позвоним. Не надо. Не надо звонить. Не надо ему звонить. Сёмка так вырос. Да. Кто-то растет, кто-то чахнет. Интересно, кто? Я. Ты быстро приехал. Да, знаешь, как сердцем почувствовал. Прямо вот здесь как будто ёкнуло что-то. Тебе позвонили. А, да. Да нет, мне это... Колдунь позвонил, когда я уже в дороге был. Правда? Не веришь? Сёмка, скажи. Веришь мне? Верю, верю. А знаешь, какой сегодня день? Ну? Хороший. Сегодня Международный день Черного моря. Поздравляю. Ура! Расколдуйте их, немедленно расколдуйте. Сейчас разбежалась. Не умею я расколдовывать.
Так что, дорогие мои, живите-ка вы лучше долго и счастливо.